Луганск, Джульетта Якубович приехала почти 40 лет назад, после окончания Бакинской консерватории. И первое впечатление о городе было не из приятных. Виной тому холодная зима. Для молодой девушки, выросшей в Азербайджане, луганские морозы были самым сильным испытанием. Первое впечатление у меня было отвратительное. Я скажу почему. Потому что солнечного Азербайджана, где не носят ни валенки, ни шубы, ничего, в демисезонном пальто ходят. И вот я приехала, вдруг, 30-градусный мороз. Когда я ездила на концерты, ну, во-первых, спасибо коллективу, который там работал, симфоническому оркестру. Кто валенки мне принес, а кто платок, кто пальто. Потому что такое состояние было холодное, что я не мог... У меня зуб на зуб не попадал просто. И вот они меня одели, огрели, согрели. И возили так, таким образом на концерт. Когда я приходила вечером после концерта, плакала, у меня руки, я не могла, понимаете, разжать рук и чемоданчик свой опустить. Так было в этом году холодно. Думала, боже, никогда, наверное, здесь солнышко не сияет, никогда ничего не будет. Вот такое впечатление первого дня. Мы начали разговор о Луганске рядом с филармонией, вернее, рядом с тем зданием, которое от нее осталось. Для Джульетты Антоновны было большим счастьем работать в Луганской филармонии. С концертами она объездила не только Луганскую область и весь Советский Союз. Бурные овации, возгласы «бис» и «браво» звучали в адрес нашей землячки и в зарубежных странах – Франции, Великобритании, Италии, Польши и многих других. На вопрос, удалось ли воплотить певческие мечты, работая в Луганской филармонии, Джульетта Антоновна сказала «да, конечно, прежде всего это Иоланта, севильский цирюльник, Травиата». Артисты Луганской филармонии поставили эти оперы собственными силами. Это был праздник для всех ценителей классической музыки. Оперные представления проходили в нашем городе при переполненных залах. Когда я сюда приехала после консерватории, многие были поражены. Каким образом я сюда попала? Но я говорила, что я по направлению Министерства культуры сюда попала. Меня прислали сюда. И, в общем, мне стали говорить, а вы знаете, куда вы приехали? Вы знаете, какую работу вы здесь будете вести? Вам будет трудно, вы будете к шахтерам спускаться, у шахтеров там петь, у хлеборобов там и все такое. Вот такая работа. Здесь не консерватория, не то. В общем, так вот стали говорить. Было как раз, когда я приехала сюда, нас в 4 часа и будили, в 6 часов мы уже в нарядных пели. Так что я все это хлебнула. Все было. Я же почетная, у меня почетный знак шахтерской славы третьей степени. Я даже в шахту лазила. Вы знаете, вот в те годы, когда был Владимир Васильевич Шевченко, вот, допустим, какая-то шахта, допустим, выполняла план, и Владимир Васильевич, весь оркестр, всех солистов, и эти были самые-самые запоминающие концерты, когда он подходил и каждому находил сказать доброе слово. Как сегодня было хорошо и как вы пели. Это для нас была похвала выше крыши. Я хочу сказать, что Джульетту Якубович очень любили на Западной Украине. Для нас такие города, как Івано-Франковськ, Ужгород, Львов, это любимые города. Ну, начиная от Киева и вся Западная Украина. Почему нас там очень сильно любили? Потому что вообще, как композитор Косанатольский когда-то ее назвал армянской гуцулкой, да, она там настолько родная, настолько близкая, настолько понятная. Неважно, на каком языке она пела, или на армянском, или на русском. Но у нее особенно нашли, что очень удачно она поет украинский репертуар, репертуар украинских композиторов. Наш разговор с народной артисткой Украины Джульеттой Якубович мы продолжаем возле Института культуры при Луганском национальном педагогическом университете. Именно здесь Джульетта Антоновна проводит большую часть своего времени. Почти 20 лет она занимается педагогической деятельностью. Хотя вначале преподавать было непросто, потому что певица чувствовала большую ответственность за тех молодых людей, которые доверили ей свой еще не совсем раскрывшийся талант, а, возможно, и свое будущее. Очень было тяжело. Почему? Потому что, когда ты идешь на сцену, ты знаешь, что ты несешь. А когда приходит молодежь к тебе и хочет получить специальность, по-настоящему специальность, потому что продолжить свою жизнь, эти молодые люди, конечно, тяжело, что ты им дашь и как они будут выглядеть. В общем-то,
меня ругают иногда, говорят, почему я так говорю. Я не собиралась никогда быть педагогом, хоть у меня в дипломе есть, что я оперная певица и преподаватель, потому что я в консерватории занималась практикой. Но и тем не менее я не собиралась сюда. Я думала, что моя жизнь будет все время связана как-то с филармонией. Но по воле судьбы я попала в институт и начала потихонечку работать. Вот в этом году, в 2000-м, по-моему, мы открылись, и вот первые выпуски, они у нас вот-вот пошли, настоящие. Вот в этом году, сейчас вы были свидетелями, сюда приехали австрияки, и они нам, в общем-то, хотят региональный конкурс провести здесь, и нам это очень приятно, на базе нашего института. Вот, и я думаю, что мы тоже будем участвовать здесь, в этом конкурсе. И, в общем-то, это радует нас. Почему? Потому что мы можем уже во весь голос говорить о себе. За годы работы в университете было поставлено 3 оперных студенческих спектакля: «Запорожец за Дунаем», «Алика» и «Евгений Онегин». Студенты Джульетта Якубович – победители и лауреаты международных конкурсов. Они стажируются и работают как в нашей стране, так и за рубежом. А студенческие годы самой певицы прошли в Баку, в городе, в котором она родилась и выросла. Альма-матер Джульетты Якубович – это Бакинская консерватория. Училась до консерватории 4 года в музыкальном училище. Это, конечно, дало очень много. Я помню, у меня очень сложное было детство. И в юности тоже, конечно, мне нелегко было, потому что я не хотела идти в консерваторию после училища, я хотела идти работать. Но в то время у нас немножко другое время было просто. Профессорша, которая меня взяла в свой класс, она сказала такую фразу, она говорит: «Детка, то, что ты сейчас пойдешь в консерваторию и получишь не только вокальное образование, а ты культуру вокальную получишь. И вообще культуру во всем объеме». И я пошла в консерваторию, и я благодарна очень этому человеку. Она сделала потому что, я говорю, мне было очень сложно учиться, у меня мама была прикована к постели. И кроме меня, брат был в армии, и кроме меня рядом с ней никого не было. И я вынуждена была каким-то образом какие-то деньги зарабатывать. А это был первый курс, ну, правда, после училища. А меня профессорша учила на телерадио, радиокомпанию. Там я зарабатывала. Я работала в 2 хорах нашей консерватории. У нас была оперная студия и хородирижерская. Вот там вот я, собственно говоря, и зарабатывала. Я в месяц зарабатывала 150 рублей. А в то время это были очень большие деньги. И поэтому я благодарна просто этим людям, что они меня не оставили. Кстати, бывшая выпускница спустя годы приехала в Баку с сольным концертом. В зале консерватории был аншлаг. Наверное, больше волновался я, когда впервые приехал в Бакинскую консерваторию. Это был сольный концерт Джульетты Якубович, все билеты продали, нас начали просить: а вы не будете возражать, если будет в зале, значит, полно людей в зале, мы там какие-то стулья. Я говорю: да, можете хоть на сцене. Вспомнил, как Рихтер, мы не Рихтеры, конечно, немного помню, как Рихтер, как Нейгаус на сцене ставил стулья. Ну, там, я увидел, на сцене было не меньше людей, хотя зал великолепный в Бакинской консерватории. Это чудесные концерты. Я помню, что мы спели 2 отделения в консерватории, да, азербайджанской. Нас еще попросили, мы, наверное, еще 3 отделение пели. Именно в Луганске Джульетта Якубович состоялась как певица и личность. Она любит говорить так: не та мать, которая родила, а которая воспитала, подразумевая наш город и его людей. Но все равно Баку, город ее детства, с ней всегда, в душе и сердце. Я должна вам сказать, это очень красивый город. Очень красиво. У меня до сих пор есть ностальгия не вернуться в Баку, а побыть там. Потому что сейчас все родство, все рядом со мной. Ну, как вы знаете, там Каспийское море. Там прекрасные, ну, для того, чтобы знать, какой Баку, это надо побывать там. Это такой восточный красивый город. Прекрасный город. Там очень много старинных, даже там есть девичья башня 12 века,
ханские дворцы там. Ну, я говорю, для того, чтобы говорить о Баку, это надо там просто жить и побывать. Так в двух словах не скажешь. Потому что... есть запах у этого города? Например, лепешек или еще чего-то? Сладость, кавказская сладость. Вот это есть там. Почему? Потому что такие сладости, какие там делают, наверное, нигде больше не делают. Наша экскурсия по Луганску заканчивается. Джульетта Антоновна, вспоминая прошлые годы, с благодарностью говорит о Владимире Шевченко, при котором, она считает, город заметно развивался. И это был тот руководитель, который ценил и уважал труд артиста. Город стал лучше, конечно, потому что 63-й год и сейчас город не сравнить. Но то, что было сделано, было только Шевченко. Потому что после этого ничего здесь не делалось. А что он сделал? Это конкретно? Конкретно цирк, вокзал, гастроном, все. Все это сделано при нем. Теперь филармония – это тоже его бытность. Здесь была совсем другая филармония. А потом, я помню, когда я приехала, здесь даже ресторан был. Вот тот ход был в ресторан «Донбасс», по-моему. А потом вот сделали вот такую красивую, хорошую филармонию. Его бытность была приобретена. Мы приобрели здесь орган потрясающий, который сейчас у нас в зале. Но вот что с нашей филармонией сейчас делается, это какой-то ужас. Это позор людям, которые не в состоянии взять, привести в порядок филармонию. Ведь уже сколько лет вот такое обшарпанное, это же лицо нашего города. И невозможно сделать, бедные оркестранты, бедные люди, которые работают здесь, они все время в арендах и не знают, куда идти. А то, что ДКЖД, так там тоже обшарпанное помещение. Разве там такая музыка должна звучать, как симфонический оркестр? Мне просто больно за людей, которые приходят туда на концерты, которые сидят и слушают в этом обшарпанном помещении музыку. В 63-м году юная певица приехала в Луганск, чтобы работать в нашей филармонии. Это здание было для нее долгое время вторым домом. Как многие люди искусства, народная артистка Украины Джульетта Якубович не может понять, зачем нужно было разрушать здание филармонии. Разрушать, чтобы потом ничего не создать взамен. Почему наш оркестр скитается по городу в поисках места для репетиций и выступлений? Почему город лишили прекрасного концертного зала? Не только наша героиня, но и все луганчане хотят видеть от наших городских властей более бережное и уважительное отношение к культуре.